саженцы спиреи японской Merlot Gold, Squire Edge Panica, Merlot Gold, вырастают до 60 см в высоту и 80 см в ширину. Декоративный кустик выглядит необычно, вместо привычной зеленой листвы перед нами красно-оранжевая. Мелкие насыщенно красные цветочки собраны в соцветие диаметром до 5 см. Наиболее пышно цветет в июле-августе. Для высадки выбирают солнечное место или полутень. Сорт устойчив к морозу до минус 29 градусов, не боится мучнистой росы. Выращивается в горшках и на открытой клумбе. Для полноценного развития культуры подходит дренированная, хорошо увлажненная почва. Спирея японская Merlot Gold – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, живых изгородей, газонов. Спирея прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола спирея японская Merlot Gold можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания спиреи прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает спирея японская Merlot Gold в месяц июль-август. Интересные цветы спирея могут быть до 7 см. Лист этого прекрасного растения по форме продолговато-яйцевидный. Обратите внимание, что спирея японская Merlot Gold – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.